Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 3 серии. Хотите знать историю автомобиля? Тогда вам сюда. Спонсор этого видео Car Vertical. Здесь можно узнать историю автомобиля по ВИН-номеру. В истории сразу видно, была ли машина в угоне или в ДТП. Тут можно увидеть, был ли скручен пробег, какие и где были повреждения, а также фотографии поврежденного автомобиля с аукциона. Сайт работает на большом количестве языков. Сервис хороший, рекомендую. Ссылка в описании. Ну а сегодня ремонт BMW. Ремонт переда. Итак, двигатель был выдернут владельцем. Мне надо выровнять лонжероны и собрать перед. Машина установлена на стапель и ремонт начинается. И первым делом я вытягиваю лонжероны. Тяну и измеряю. У меня есть заводские размеры. Ссылка в описании. Левый лонжерон вытянут. Теперь правый лонжерон.
Этот лонжерон вытянут тоже. И часть металла с внутренней стороны лонжерона я заменю. Теперь я могу подровнять несколько заломов. Левый лонжерон буду равнять. Итак, высота и центр переда нормуль, могу сваривать. Сваривать буду с установленной балкой бампера.
Сварочные работы закончены. Теперь я покрашу лонжероны. Прекрасно. Теперь установлю все детали переда. Детали были куплены в цвет машины. Моя работа закончена. На эту работу ушло 40 часов. Двигатель установит сам владелец. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!